4 компании подключились, и все подключены самовольно. С управляющей компанией не был заключен ни договор. Пришлось вызывать полицию. Когда полиция уходила, они опять появлялись и продолжали монтаж. Как бороться с незаконным вторжением в дома интернет-провайдеров? Уважаемые жители, не бойтесь ломать чертовой матери, потому что иначе вы правды не добьетесь. Знакома ситуация, когда из крана горячей воды течет холодная? Что делать, чтобы не платить за неиспользованный ресурс? Программа «Управдом» в понедельник в 20:25 на 12-м канале.